И это мы вообще не здравствуйте, кстати. А что? Это до свидания. До свидания. Да. До свидания. Потому что это мы записываем концовку к магазину. Хорошо, все. И анонс к... Вот. Понятно. Да. Здравствуйте. Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали полюбоваться цитрусовыми растениями, их ассортименте в магазине. И наш новый эксперт Евгения расскажет нам, как правильно выбрать цитрусовые растения, кумкваты, мандарины, цитронеллы, лимоны, на что стоит обратить внимание и как за ним ухаживать в дальнейшем, когда вы его уже принесете домой, чтобы он у вас благополучно жил дальше, цвел и радовал. Здравствуйте. Мы пришли в магазин, и на что прежде всего стоит обратить внимание, когда вы выбираете растение? На самом деле, прежде всего, вам растение должно понравиться. Когда растение нравится, его уже имеет смысл посмотреть. Ну вот, например, мне нравится вот этот вот. Евгения, расскажите, почему именно это растение привлекло ваше внимание? Во-первых, растение меня привлекло тем, что оно очень красивого зеленого цвета. Желтоватые листья, желтоватые, коричневатые – это признак чаще всего того, что растение угнетено, ему не очень хорошо, и, скорее всего, вы даже на него не обратите внимания. Во-вторых, листья эти довольно упругие, то есть у них хороший тургор, растение хорошо полито, оно не вялое, не пересушенное. У него довольно большое количество веточек, и, соответственно, на нем очень хорошо выглядящие плоды, которые очень хорошо держатся за них, за веточки, если их потрогать. Дальше я смотрю на то, как растение, ну, так как мы покупаем лимон, это цитрусовое растение, любое растение привитое, есть ли у него прививка, все ли в порядке с ней. Прививка есть, она хорошо срослась. Если не боитесь и вы достаточно в себе уверены, вы также можете проверить аккуратно корневую систему этого растения, просто аккуратненько приподняв растение из горшка. Но если вы в себе не уверены, то такие вот действия повторять не рекомендую. Здесь мы видим хорошие корни, корни не почерневшие, не сгнившие. Соответственно, это растение будет хорошо себя чувствовать. А что касается вот этой шпалеры, она временная или стоит вообще ее снимать, распутывать? Это же не какой-то вьюн, чтобы заматывать его вот на такую основу. Чаще всего вот эти вот шпалеры делают для того, чтобы растение как-то красиво выглядело и для того, чтобы поддержать урожай. В принципе, эту шпалеру можно снять и выращивать растение как деревце. Либо, пересадив в крупный, более крупный горшок, заменить эту шпалеру, соответственно, на более крупную и тоже формировать растение на шпалере. То есть мы здесь можем увидеть как растение на шпалере, так и растение с точно такими же плодами, сформированные как дерево. Это уже как вам больше нравится. А стоит ли, когда мы уже купили цитрусовый, сразу же купить какое-то к нему удобрение? Первое время, 2 недели как минимум, когда у вас растение только приехало домой, удобрять точно не нужно растение. Дальше, если вы его пересаживаете, то еще 2 недели вы растение не удобряете, вы даете ему время еще раз акклиматизироваться в новой земле. Дальше можно уже удобрять растение. Не уверена, что нужно использовать именно удобрения, необходимо покупать удобрения специальные для цитрусовых. В целом нам нужно что от этого растения, чтобы оно у нас цвело и завязывало плоды. Нам нужно комплексное удобрение с высоким содержанием калия, потому что именно калий отвечает за цветение и плодоношение. Соответственно, можно из всего спектра универсальных удобрений выбрать именно такое, с высоким содержанием калия. Если нам нужно сначала, чтобы нам кажется, что растение маленькое и хочется, чтобы оно нарастило большую крону для начала, то тогда мы выбираем опять же универсальное удобрение с высоким содержанием азота.
и тогда она у нас будет развивать хорошие побеги, хорошие листья, но цветение может быть снижено или совсем не быть. То есть удобрения мы вносим в зависимости от того, какого результата мы хотим от растения добиться. Евгения, а что вы думаете по поводу тех растений, которые продаются в магазинах? Я так понимаю, они все родом из Голландии? Ну, большинство растений действительно родом из Голландии. Ну, вот перспектива выращивания подобного растения, которое называется у нас Citrofortunella. Каламадин. Называется он каламадин. Какие перспективы? В принципе, перспектива хорошая. Единственное, что нужно сделать сразу после того, как мы это растение привезем домой, это, к сожалению, все вот эти вот плодики придется срезать. Дело в том, что растение от многочисленных переездов и смены климата вокруг себя испытывает очень сильный стресс. На цветение и плодоношение растение тратит довольно много сил. Чтобы сохранить вот все это растение, придется пожертвовать урожаем. Вот. Тогда растение, в общем-то, может выжить. После того, как оно у вас несколько лет порастет, окрепнет, тогда, соответственно, оно уже самостоятельно зацветет и порадует вас плодами. У этого растения очень много плодов по соотношению с зеленой массой. Один плодик, нужно считать, что один плодик может обеспечивать питанием минимум 10 листьев, которые хорошо сформированы. Ну, соответственно, это растение, такой вот урожай ему вынести очень тяжело, поэтому лучше от этого урожая будет отказаться. Вот. Здесь, кстати, очень хорошо видно, что это растение выращивается с помощью прививки. То есть вот здесь дичок даже пошел. Да, вот здесь вот дичок, и если мы тут внимательно посмотрим, то, судя по всему, это растение даже привито не на лимон или помело, а на панцирус. Вот такое вот растение с тремя листочками, семейство рутовое. Так считается, кстати, самым хорошим подвоем именно для цитрусовых растений. И вот здесь была, соответственно, прививка, вот здесь вот остатки замазки, и вот здесь вот очень хорошо видно срастание, соответственно, культурного растения и дикого подвоя. Пересаживаем ли мы сразу же растение из этого крохотного горшочка? И в какой величины горшок? Сразу после того, как мы приносим растение домой, во-первых, что важно при покупке цитрусовых? Воздержаться от покупки в зимний сезон. Дело в том, что растения очень нежные, у них особенно нежная корневая система, и они не переносят переохлаждение. Поэтому лучше отложить покупку цитрусового дерева на теплый сезон. Либо очень-очень хорошо его утеплить при перевозке. Соответственно, если мы его купили уже зимой, нужно сначала этот конвертик потихоньку открыть, дать постоять какое-то время, примерно 2 часа, и потом уже полностью снимать упаковку с растения, чтобы не было очень большой разницы в температурах. После этого мы растение ставим, если у нас есть дома другие растения, в карантин, отставляем его от других растений примерно на 2 недели. Поливаем, как обычно, опрыскиваем его и смотрим, как оно себя чувствует. Примерно через 2 недели после того, как растение уже акклиматизируется в наших квартирах, уже можно посмотреть, необходима ли ему пересадка или нет, потому что слишком крупные горшки для растения – это тоже вредно. То есть аккуратно мы вот пластиковый горшок можем обмять, вот со всех сторон. И аккуратно это растение из горшка мы достаем и смотрим, насколько ком оплетен корнями. Но в целом растение вот в таком состоянии еще пересадки не требует, потому что корни тут собрались снизу, ну прямо так, чтобы весь ком был оплетен. Корнями такого нету. Если мы потрясем, то очень много земли осыпется. Но можно пересадить, если есть большое желание, но в не очень крупный горшок по отношению к этому. То есть... Ну, вот меня качество земли в данном случае немножечко пугает. Мне кажется, что оно сидит в голом торфе.
Ну, это какая-то, да, торф или торфосмесь, за которой очень важно следить в плане полива, потому что если вы это растение пересушите, этот торф очень сильно спрессуется, и вам тяжело это растение будет пролить. Очень часто встречается такое мнение, что при пересадке нужно полностью вот эту вот землю удалить и чуть ли не промыть корни. На самом деле делать это... ни в коем случае нельзя. При отмывании земли мы повредим очень сильно корневую систему, и растение будет страдать. Поэтому, если мы хотим пересадить, вытаскиваем растение из горшка, аккуратненько руками эту землю стряхиваем. Все, что стряхнулось, соответственно, то стряхнулось, и просто пересаживаем уже в другой горшок, который больше, соответственно, с новой торфосмесью, которую делаем самостоятельно или покупаем в магазине уже готовую, и растение будет спокойно осваивать эту землю и нормально приживется. Что касается прививочки, заглубляем ли мы ее или оставляем на таком же уровне? Нет, мы оставляем все на таком же уровне. Растения очень сильно не любят, особенно древесные растения, к которым относится лимон, к заглублению. У него есть так называемое у древесных растений место, где корневая система переходит в ствол. Это называется корневая шейка. Это очень важный орган растения, которым происходит дыхание. И если мы начинаем заглублять растение, то оно очень сильно страдает, у него осыпятся листья, и оно полностью погибнет. То есть точно так же, как мы купили вот в таком вот виде, то есть грунт должен быть точно на таком же потому месте. Потому что это дерево, как любое дерево, мы сажаем по одним и тем же правилам, не заглубляя. Вот, потому что это вот такое вот маленькое, но дерево. Сегодня мы пообщались с Евгенией Магдович, специалистом по садовым и комнатным растениям, и отдельно она занимается прививкой цитрусовых. Поэтому сегодня мы ничего не купили здесь. У нас есть замечательный дичок мандарина, который является идеальным подвоем, на который Евгения научит нас делать прививки. У многих наверняка есть дома какие-то дикие мандарины или апельсины, выращенные из косточек. И у нас есть еще черенки, которые мы взяли в ботаническом саду Петра Великого. И мы попробуем их привить на наш подвой. Смотрите наш следующий ролик. До свидания.